Так, ребята, всем привет. С вами тот самый Валентин Лагинец, а.к.а. Валентин Джонсон, а.к.а. привет своим братьям Карлу и Паше Джонсон. То есть, хочу всех поблагодарить, кто подписался на паблик ЛФГ. Вы лучшие, плюс крутые парни. У нас уже 440 человек, и это круто. Вы молодцы. Помимо всего прочего, есть пару новостей. И первое это... Голосование завершено! Проголосовало 297 человек, ребята, это очень много. Спасибо большое, что уделили минутку для нашего социального опроса. И перейдем, пожалуй, ко второй новости. Пишу сообщить с грустью в голосе. С роликов про трагедию я не заработал ровным счетом ни ху. В умелых руках монтажера все твои фразы приобретают какой-то демонический смысл. Я вот 4 года ролики снимаю, еще никто не подошел и не сказал: слышь ты, еблан, мне не нравятся твои ролики. В рэпе как Хабиб на троне, пиздел на меня, ты пиздец покойник. Антихай по коням, грайм, отец в законе. Николай Педрила, кто ты против Сони? Лицемерный гомик, да я дам тебе в рот. Ты поставил свое мнение на автопилот. Глянь сюда, тут настоящая легенда. Братик LJ, двойник уикенда. Я Кракен, собирай свой хайп на трупах. Твое рваное очко, видать на картах Гугла ты. Значит так, молодые, хорошие, уважаемые, любимые подписчики. Так, вторая новость, собственно, состоит в том, что... Ну, блядь, вот, ну... Уроды, блядь. Так вот, значит... Вторая новость, собственно, состоит в том, что History of Leadership на первом сервере Groove Street Gang взял никто иной, как Pyra, The Fireborn, Dragon in the House, Crystal Heavenly, Пирожок с мясом, а.к.а. Кензо Харада с Чипырки. И я в который раз зову всех вас помочь нам в этом противостоянии против кого-то там, короче. Против кого-то там. Короче, неважно. Просто 01 сервер, Еболь в роли плей. Заходите, вводите промокод хэштег вкачено. Вот так это пишется. Вкачено. Вот это вот промокод, кстати. Знали? Прикольный какой. Вот. И там что-то какой-то там квест делаете, и что-то там деньги, короче. Ну, хуйня. Ну, нормально, короче. Вот и будем вот это сотку арабить кристаллу. Все. Спасибо за внимание. Замечательно. Ребят, я очень рад этой игре. Не, ну, не остается другого выбора, как идти прямо. Ой. И ничего не остается, как чуть не сдохнуть. И перестать дышать, пока стреляюсь, потому что я забыл включить биндер, у меня теперь нет сбива. Я, блядь, гений игры. Зато видим, да, то есть, что килл дал вообще на изи, вообще не запарился ни разу. Ни разу не обосрался, ни разу сердце чуть не остановилось из-за того, что кардиоаппарат слабый. То есть, ну... Ничего такого, парни, ничего такого. Стандартный фраг. Карфраг, я бы сказал. То есть, он тут пока ехал, я ему машинку на козу поставил, и что он, блядь, что он смог? Ничего, блядь. Ну, здесь однозначно поинтереснее будет. То есть, я считаю, стоит ворваться на биты уже. То есть, ну... Это не серьезный подход, я считаю. Антона Матвиенко легко. Тупо выебал. Бамблбизи легко. А я теперь вот так могу, блять, что вы мне сделаете? Давай, давай. Скажи, попробуй мне что-то противопоставить, Кучма. Хитро, хитро. Хитро-ситро. Нихуя себе четко. Нормальный парень. Гений жизни, как говорится. Ну а ты кто? Давай, блядь.
Игра, блядь, ну разреши попресешить, сука. Блядь, мне игра запрещает пресешить. Я вам клянусь, сука. Я нажимаю кнопки идеально, просто идеально. Игра просто запрещает. Ну, нормальный парень. Через стенку. Ну, а, бля, почему бы нет? А-а-а! Они ТП-шнулись или у меня... У меня, типа, или у меня минус мозг. Или я еблан. А, я не еблан. Я не еблан. Они ТП-шнулись. Круто. Хорошо, ребята, какие, а? Слушай. Нормальная тема, нормально. Ой, ой. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо, ребят, не надо. Я знаю, ты здесь, сынище. Стою. Шо тебе? Что тебе? Да. Да. Уже не приму. Ну, короче, это только ночью так, ребята, днем залетайте все. Максимально потно.